Здравствуйте. Здравствуйте. Ожидаю вас. Покажи, нет. Вы бронировали столик? Да. Здравствуйте. Вы бронировали, да? Да. Что вы делаете? Подожди, я понял. Нету вот эту корочку показывать. Можешь вот сюда ее тогда показать. Зачем? Ну, в прямом смысле, зачем? Мы всех осматриваем. А, ну, начальников, смотри. Начальников. Сумочку открыть, у вас документы есть, получится? А зачем мне документы, что следующее? Ну, я на работе. Ну, зачем вот это тоже показывать? Ну, только мы же не сейчас. Ну, вы же не при исполнении. Ну, вы же при постоянно при исполнении. Что-то надо ну, сделать. Ну, тебя можно? Да. Извините, что-то ребята вы не помнили. Мы это не посадили. Мы тоже знакомые работают, ничего не посадили. Ну, что ж, долго, да. Сейчас, отправь этот экипаж ко мне сюда на помощь, чем пятницу. Ну, чем пятницу, напротив Будвина. Разочинки, да. А что у вас этот экипаж я просил на чем пятницу? Ну, что-то долго они едут, в центре долго едут. Подублируйте деньги. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы такие граждане. Ага. Вот при обходе территории вот такие граждане. Ну, по ориентировкам походят, у нас разное нападение. Нужно поставить, а где полицейский решит. Вы 6? Да. 6. Водогород? Да, не Водогород, да. Миша, где? Ну, у нас же есть тоже свои институции, по работе. А что там жилищно? Это будет понятие, если вы не по работе обязаны. Уважаемые, вы побольше будете, да? Ну, в следующий раз вы вместе поедете со мной. В следующий раз. Зачем? Как зачем? Ну, вы пока еще ориентировки не подходите. Не подходите. По другой будете подходить.